Ребята, всем привет! Сегодня у нас 26 октября вроде, да? Или 27? 27 октября. Я думал, что я уже закрыл сезон по карпу, но нет. Меня опять мои друзья позвали на рыбалку. Опять мы на этом платном пруду на улице плюс 5. Вода холодная, никого нет, но мы решили приехать попробовать поймать карпа. Вот. Так что смотрите, что будет. Поймаем, так поймаем, нет, так нет. Ребят, ловить буду, как всегда, Алвега Формула плотва. Хоть здесь и карп, но он этот потемнее будет подпыливать мне, да? И, мой полюбившийся уже 100 поклевок шоколад, активатор меласа, белая рыба. И чуть-чуть добавлю меласы кукурузы. Сейчас по-быстрому это все замешаю, пока будет настаиваться прикормка. Я буду закидывать, вернее, точнее, обустраиваться здесь. Я уже воткну рогатюлины. Здесь карповая будет стоять. Фидер вдоль берега поставлю, попробую. И здесь также по прямой карповая. Далеко кидать, наверное, не буду. Все, ребят, я забросил две удочки. Хотел три поставить. Поставил две. Одну карповую, одну фидера поставил. Фидера поставил. Вон он, вдоль берега он идет. А это забросил на дальничок. Что-то здесь уже подтягивает, попикивает сигнализатор. Ну, посмотрим, что будет. На улице плюс 5. Пробую пока на кукурузу. Вот. А там дальше посмотрим. Есть еще червь с собой. Такие-то вот чудила, ребятки. Пока попью чайку, холодно. Хоть и в нательнике, и тепло одет, но все равно прохладно. Вот так вот. Ну, поймаю, покажу. Друзья мои сидят, как всегда, там дальше на своем месте. Я на этом месте сел. Посмотрим, что будет. Она вон, скотина мелкая. Грызть-то что-то пыталась. Ребят, холодина бешеная, ветер поднимается. Короче, ни одна поклевочка была, и то так слабенько. Ни у меня, ни у моих друзей нету ничего. Одну удочку собрал, фидер оставил, пока стоит. Ставлю в этот ролик, наверное, есть у меня там нарезочка, не нарезка, а рыбалка летняя, еще с женой ходил, сюда вставлю, а сейчас пока хочу все-таки убрать это место. Много мусора вон там поставляли люди, куда этого приезжал, все-таки я сюда приезжаю ловить именно на это место, и поэтому, ну, как бы хочется, чтобы оно было чистое. Так что, вот такое вот закрытие сезона, ребят. Я думаю, что, ну, не то, что глупость, но понятно было, что поймаем мы. Поэтому как-то так. Всем не хвоста, не чешуи. Все-таки клюнул, ребят. Я только налил себе чайку. Не крупненький, но есть. А что взял? Кукуруза.
и недалеко от берега. Стоять. Красавчик. Стоять, братан. Вот так вот. Снимал, ты? Да. О. Снежанка поймала, сразу же закинул. Ну, открой рот. Вот такого ротанчика. Пошел я, короче, спиннинговать, а то я не успею. Продолжает у нас... Удивлять, да? Удивлять. Ну, карасик побольше, кстати. Но все равно, но все равно маленький, мы его выпустим, мы тут за ротаном. Вот, в принципе, вот эти вот малявки забивают клев, а так надо ждать, когда ротанчик. Ну и на спиннинг я вам хочу сказать, пока ни одной поклевочки. Снежанке надоела такая ловля, я забрал. Только что вот тут по дну сейчас черепаха проходила. Кусты ушла. Прикольно. Я ловил, кстати, черепах. Раньше не верил, что в нашей полосе живут черепахи. Думал, там замерзают, им нужно тепло. Оказывается, да, я ловил земноводных. И вот только что вот тут проходило. И Снежанка, покажи гриб. Снежанка ходила и нашла грибы. Да. Такие вот грибы. Ну, кто-то поел, белка поела. Тут, кстати, белки водятся. Кто-то поел, прям поблизости. Здесь немножко поблизости. Белка. Ежевичка тут растет. Ежевичка. Ну, тут, конечно, ее уже нифига нету. Лягушка. Вот нашли пару ягодок. У нас, конечно, уже... Ежевика. Ну, скорее всего, там в лесу-то ее полно. Найти не очень хочется. Вот такие ягодки еще здесь растут. Это ежевика. Она еще даже пытается сделать новые завязи. И даже вот тут цветет. Зеленый. А, да. Это прям рядом вот тут с прудом. Пойдем еще попробуем. Мелочь даже не снимаю, которую вытаскиваем. Если попадет, что снимем. Нет, нет. Единый гриб. В этом лесу я белок видел. В этом лесу белок видел. Да. Вот это, наверное, они едят. А может и нет. Вот он обгрызанный весь. Как зубы, зубов следы. Ну тут вот. Вот это видно, что черви ели, червячки, а тут вот зубов следы. Тут пытаюсь рыбачить. Снежанка прошлась и горсточку черники насобирала. Ежевики, ежевики. Точнее. Ох-ох-ох-ох-ох. Давай-давай-давай. Да что, давай, уже ушел. Ушел. Прям такая поклевка была, аж удочку потянула. С вашей ежевикой. Землянки. Вот он вылез. И вот он. Упала. Наверное, молния ударила.
Ну или сильный ветер. Еще одно. Вот она, крона. Это буквально недавно. Ну недавно сильных ветров, да и молнии-то не было. А оно уже сгнило изнутри. Собираемся мы домой. Половили мы, как всегда, малек забил нам весь клев. Рыбы очень много. Ее, походу, запрудили. В этом году, походу, только выпустили малька. Я там дальше проходил на пляж, туда дальше. Вплоть до того, что за блесной малек гонится. И карасик выходит. Ну, карасик там вот такой. Так что зима, тире следующая весна и лето будет здесь клев. Забираем мы только вот этого вот красавца Снежанкина. Вот, подловим еще. Мы завтра обязательно сюда приедем, потому что очень вкусное мясо у него. Снежанка любит рыбу. Хоть маленький, но вкусненький. Так первые что... полминуты приезда. Да, это буквально первые полминуты приезда. Только закинули, сразу его вытянули. И все. Все остальное мелочь пузатая. Так что завтра обязательно приедем.